играть. 6, 7, 8, 9, 10. Фамилии учеников. Много их сегодня будет. Ты про поясов? Поясов. Три фиолетовых, 9 синих. И все. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь усвоил насчет треугольника. А, начнем со страйпов, пожалуй. Павел Кожухов. Шейх Багандов Рустам, Аскер Гусейнов. Амиль Пашаев, Волченков Вадим, Тимур Конь, Арнас Павел, Лисицын Иван, Бойков Александр, Доков Тимирлан, Георгий Думанян, Емельянов Роман, Воробьев Алексей, Смирнов Артем, Качешкова Анастасия, Агуреев Никита, Воробьев Иван, Першин Дмитрий, Каэл Углаевский, Азор Кисуков, Абрамян Виктор, Михаил Шишук. Так, начнем, наверное, с синих поясов. Дмитрий Ожегов, Максим Югай, Амазанов Шамиль. Ой, переступай аж через себя. Ахметов Руслан, Басов Антон, Бердиев Ислам, это Иванов Сергей, и также это Аристов Артем, Репин Андрей, Станислав Ткаченко, Кулагин Алексей, Аплименко Андрей. Ну, возможно, вы меня знаете хорошо, возможно, плохо. Я очень люблю сюрпризы, поэтому я хотел бы еще один коричневый пояс дать. Это Витя Абрамян. Пронесло, но не в этот раз, ребят. А меня все эти люди бить не будут. Подвиньте чуть, ребят,
Как хорошо, что мне не дали пояс. Сколько обычно люди после этого на тренировку не приходят? Никогда. Али, после вот этого коридора сколько дней люди не ходят на тренировку обычно? Не знаю, ну может быть пару дней. Думаешь, так заживет? Особо нежные неделю. В общем, ребят, надеюсь, всем понравилось. Мне понравилось очень, я обожаю бить людей. У нас, как я сказал, аттестация будет 2 раза в год. Пожалуйста, к следующему мая все должны ходить стабильно, выступать на соревнованиях по возможности. Ну и, в общем, команда тогда будет расти и процветать. Один, восемь, семь.